Всех приветствую. У меня сегодня радостная новость. Один из подписчиков прислал мне вот такую штуку. Вальцы называются. В общем, пьем, гуляем, как говорится. Это шик, это просто шик. Сейчас я их отмою. Попробую как бы все это наладить, чтобы все это было так четко, ровненько все заработало. Я думаю, и так все будет четко, ровненько, но мало ли, какие настройки нужны. Главное, чистка тут. Вот так вот. Ожидал, конечно, поменьше штуку. Я вообще думал, что она 2-3 пачки сигаретных размером, но нет. Сейчас покажу, а нет, не покажу. Пачки под боком нет. Под руками. Вот так вот. Ну все, теперь сечка теперь будет намного проще. Не то что намного проще, я, в принципе, без такого вот аппарата я сечку, как вам сказать, путную делать даже не мог. Приходилось резать пластины, приходилось прутком по наковальне проволоку раскатывать, то есть под 2 метра ухлопал проволоки, 15 сантиметров вышло, если вышло. Поэтому мне это нужный вообще вариант. Ну вот как бы так. У меня сегодня день такой выходной. А вообще по поводу бритв, честно сказать, хотел приостановить. Ну, не хочется производить для самого себя, хочется для людей. Но приостановить мне не дают. Постоянные заказчики не дают приостановить. Во-первых, вот уже вариант, который не даст приостановить работы. Дальше мне еще заказали 444-й клинок бритвы, такой короткий. Вот он, кстати, шаблончик. Такую штуку. Металл уже сегодня почти сделал. Завтра только зачищу, и у меня уже будет U10 сталь, готовые к вырезке там по контуру и дальнейшим работам. Вот. Предложили мне тут клинки сделать, ножевики. Я им как-то делал уже с полгода назад. Они все продали, сказали, что на рынке такого подобного ничего нет, как я им произвел. Клинки, правда, небольшие, потому что большие у меня тут не убираются, у меня все оборудование для бритв. Только для бритв рассчитано. Если клинки начинаю ножевые делать, то они у меня только короткие. Но, говорит, такого качества, говорит, термообработки, такое качество шлифовки, такой вогнутости, говорит, вообще на рынке ножевом нет. Поэтому как не то обижусь на все бритвы и сделаю им несколько штук. Вот. Но надолго мне обижаться не получится. Видимо, бритвы призвание пожизненное. Все, сейчас начинаю заниматься этим аппаратом. В общем, дела пошли. Тут я шайбочки подложил, 2 штучки, чтобы с микролюфтом только было. Ход легкий остался, чтобы. Это вот сейчас сделаю. Гайку у ручки. И еще обнаружил, что вот здесь шпоночка нужна. В общем, так, по мелочи. С душой. Все делаем. Блин. Никогда бы не подумал, что радость в жизни вот в таких штуках. Ладно, кому что, наверное. Вот, сделал пробный заезд. Идеально. Это идеально. Это не тожженые, это просто проволока с катушки. В легкую. Я очень даже рад, что они больше, чем обычно, размером. Это просто чудо. Тут не только проволоку, тут деньги катать можно. Так что у кого есть клише, обращайтесь. Нет, ну сильно. Прям реально радует. Да. Слова даже не нахожу, насколько это все здорово.
насколько это все то, что именно хотелось. Ну что ж, дальше пошвыряемся. И теперь надо с чисткой заняться конкретно. Вот то, что не хватает болтов, обнаружил только после того, когда у меня шестеренка выпала, когда я ее наклонил. Кстати, непонятно, как правильно его привинчивать. То есть, как бы, отверстий нет специфических таких. Ну ладно, пока буду думать, пока надо заняться сейчас вот этими крепежом шестеренок. Так, крепеж теперь есть, но как привинтить, я так и не понял. Поэтому вот, струбциной притянул. Может, так и буду делать, кстати. То есть надо проволоки накрутить. Накрутил, убрал в пакет, чтобы не пылился. Ну, пока все здорово. Опять сижу без света, все делаю без света. То есть у нас отключили электричество. У нас как чуть ветерок дунет, так сразу все сдувает. Что там за линии новые меняли в прошлом году, не знаю. Видимо, не все сменили. Поэтому у меня выходной, я тут сразу не сказал, по какой причине выходной. Вот, сейчас у меня вот главные занятия, а все, что связано с электричеством, у меня не работает из-за его отсутствия. Что ж, ладно, продолжу. В общем, не удержался, решил сделать пробник, нашел ручку, которую когда-то какому-то ножу приляпывал. Сколько лет, я уже не помню. И вот так накорябил. В общем, короче говоря, сейчас любой скажет, что я делаю неправильно. То, что слишком миниатюрные вещи для пробников. То есть для тренировки надо на какой-то размером со шкатулку что-то брать. А я беру какие-то микрорисунки и начинаю у них втюхивать. Это вот этими руками, которыми я гвозди могу в доску сбивать. То есть дубовыми мозолистыми руками. Вот. Ну, сейчас обточу. Посмотрим, что у нас там получится ли вообще. Похожее на что-то. Это типа конь. Пегас. О как. Ладно, пробуем. В общем, вот так вот я на радостях вколотил. Такой позор. А тут ошкурил, полирнул чуть-чуть прям. Я в шоке, это моя вторая всечка. Чувствуете, что значит инструмент и результат криворучного? Ну, есть, конечно, да, вот там вот просвет, тут легкий есть такой, да. Тут, кстати, просто я не дошлифовал. Тут нет просвета, просто так. Ну, грязно, но для второго раза на такой поверхности. Ой, сейчас я себя перехвалю, а меня тапками закидают. Вот, как бы так. Ну что ж, сейчас, значит, чем-то еще потренируюсь, но больше вам надоедать не буду своими тут этими кривульками. Все, спасибо. На сегодня прощаюсь с вами. До свидания.